Город засыпает, просыпается мафия. С этих слов начинается популярная интеллектуально-логическая игра. Почувствовать себя отъявленным мафиози или примерить роль охотника за гангстерами стало намного проще. Уже в эти выходные клуб салонной мафии «Закрытый город» приглашает всех желающих на вечер новичков. В эту субботу, 2 марта, пройдет очередной вечер новичков, уже юбилейный 10-й, по салонной игре «Мафия». Нас ожидает много новых лиц, новых знакомств. Будут интересные игры в мафии, а также мы принесем дополнительные настольные игры. Будет чай, печеньки. В общем, будет все весело. Новичков ждут обучающие и фановые игры, а также встречи с профессионалами и победителями всероссийских и международных турниров. А с мафией помогут сориентироваться и расскажут, чем различаются форматы игры. Классическая мафия отличается от балагана тем, что правила систематизированы, то есть строго определенное число участников за столом, строгие правила поведения в игре. Минуту, то есть нету такого хаоса, который творится в балаганной мафии. Все очень логично и обдуманно. В мафию в Сарове играет более 100 человек. За круглым столом можно встретить школьников, студентов, инженеров, танцоров и даже чиновников. Интеллектуальная игра учит манипулировать чужим мнением и дает шанс совершенно безнаказанно почувствовать себя аферистом. Попробовать свои силы в интеллектуальной игре можно будет 2 марта в Центре поддержки предпринимательства. Начало в 20:00, вход свободный. Более подробную информацию можно посмотреть в группе ВКонтакте. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей. Новостей Саров 24.